Всем привет, с вами Палтин. Добро пожаловать на канал, и вдумайтесь, 40% пользователей iPhone забывают свой пароль. Вот этот, который на главной странице. И многие связывают это с тем, что есть Face ID, есть Touch ID, и так или иначе, вы редко этот пароль начинаете вбивать и в один момент просто забываете, если это не какие-то знаковые для вас цифры. Так вот, для таких людей я хочу рассказать о приложении, которое позволит убрать этот пароль. Приложение называется iPhone Unlocker, вы можете скачать программу по ссылке в описании. Ну и конечно, если видео вам понравится, оцените его пальцем вверх и подписывайтесь на канал. Установив приложение, на главном экране вы сразу видите три кнопки. Первое – это удалить пароль с экрана блокировки, как раз таки то, о чем я рассказывал. Давайте подключим устройство к компьютеру и нажимаем на эту кнопку. Здесь мы видим, что приложение распознает, какой у нас iPhone, какая версия iOS необходима. И все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопку «Старт», и начнется процесс загрузки последней версии iOS для вашего устройства, и потом полностью обновится устройство под эту iOS. То есть, грубо говоря, установка новой iOS начисто избавляет вас от пароля, но не нужно делать резервные копии, чтобы потом этот пароль не вернулся, потому что вроде как он остается с резервными копиями. Так что процесс скидывания пароля достаточно простой, можно попробовать, если вы его забыли. И в целом вы могли видеть, что процесс очень простой, всего лишь пара нажатий кнопок, и у вас накатывается свежая iOS, чистая, без пароля, просто вам остается ее настроить. Конечно, есть другие способы, как можно скинуть полностью iOS и накатить ее заново, например, через iTunes режим восстановления, то есть там вы подключаете к компьютеру, обязательно чтобы компьютер и iTunes был авторизирован с этим устройством, то есть вы делали на нем копии, только в этом случае по идее это все будет работать. Дальше вы переводите устройство в режим восстановления, выбираете в iTunes восстановить, iOS скачивается и накатывается. Короче, много шагов через приложение iPhone Unlocker, это намного быстрее, проще и удобнее. Еще один интересный метод – это через iCloud. Вы просто заходите на сайт iCloud.com, вводите ваш Apple ID, переходите в раздел «Все устройства», и там будет вариант «Стереть iPhone». При этом вся информация удалится, телефон будет, ну, грубо говоря, выключен, нужно будет его снова подключить к компьютеру через iTunes и сделать восстановление. Также процесс достаточно длительный, долгий. Опять же, через iPhone Unlocker это все делается буквально в два шага, так что, ну, по-моему, очевидно, что проще и быстрее использовать. Также в приложении имеется возможность удалить Apple ID. Если вы поймали при обновлении Activation Lock, то есть экран, где нужно подтвердить ваш Apple ID и пароль, таким образом функция «Найти iPhone» отключится и ваш телефон пустит дальше. Если вы это забыли, то телефоном пользоваться не получится. Ну и конечно же, не пользоваться телефоном вообще или хоть как-то пользоваться, очевидно, что лучше. Поэтому в приложении можно нажать на кнопку «Удалить Apple ID», подтвердить все, что здесь спрашивается. Опять же, накатится новая iOS под каким-то определенным методом, который позволит включить устройство, но при этом некоторые функции работать не будут. Например, телефон работать не будет, симки телефон видеть не будет, то есть по идее телефон становится просто iPod'ом, и вы можете использовать его как медиа-хаб. В общем, приложение реально полезно. Если у вас есть проблемы с Activation Lock или вы забыли ваш пароль, то обязательно попробуйте скачать. Возможно, у вас получится скинуть пароль и как-то использовать устройство. Приложение совместимо с iOS 14 с новыми айфонами. Есть на Windows и на Mac. Все ссылки для вас я оставлю в описании к этому видео. Ну и на официальном сайте можете ознакомиться со всем, что касается программы, в каких ситуациях стоит ее применять и что приложение может. Также имеется подробное руководство на русском языке, которое подробно рассказывает, что к чему и как работает. Все ссылки для вас, как всегда, в описании, так что переходите, скачивайте и пишите в комментариях, все ли у вас получилось. На этом все, буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх. Пока!